Стало известно расписание игр «Крыльев Советов» в Кубке ФНЛ. Российские боксеры встретятся с соперниками из Мексики в Самаре. ЦСКА ВВС подписал контракт с новым защитником. Матчи Кубка футбольной национальной лиги пройдут с 12 по 23 февраля в турецком городе Белек. «Крылья Советов» проведут свой первый матч на турнире 13 февраля. Соперником самарской команды станет «Тюмень». 15 февраля самарцы сыграют с саратовским «Соколом», а 17 февраля с «Енисеем». Дата и время матчей плей-офф для «Крыльев» станут известны после проведения группового этапа, по результатам которого будут сформированы полуфинальные пары. Победители групп А и Б, а также С и Б выявят в стыковых матчах между собой участников финала, вторые команды – участников матча за третье место и так далее. 22 февраля будут сыграны места с 9 по 16, а на следующий день с 1 по 8. Осталось только верить, что «Крылья» выйдут в плей-офф. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнований состоится 6 февраля в 18:00 в спорткомплексе «Грация» по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 кг будет защищать наш земляк. Мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске в «Сдюшор». Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив». Хоккейный клуб ЦСКА ВВС подписал контракт с 26-летним защитником Александром Богдановым. Он является воспитанником хоккейной школы Новокузнецка. Выступал за команды разных профессиональных лиг. Новокузнецкий «Металлург», «Металлург-2» и «Кузнецкие медведи», «Ангарский Ермак», «Челябинский Мечел», «Волжский Ариада Акпарс», «Нижнетагильский спутник» и «Новочебоксарский Сокол». Сезон 2014-2015 годов начал в Ноябрьске, где за команду «Ямальские стерхи» провел 15 игр и отметился 4 голевыми передачами. На скамейке штрафников провел 32 минуты. В команде ЦСКА ВВС он будет выступать под номером 17.